Боксеру Ломаченко сделают операцию. Украинского боксера Василия Ломаченко прооперирует в Лос-Анджелесе известный врач Нил Ильиктрач. Чемпион мира по боксу в легком весе, до 61,2 кг. По версии ВБА, украинец Василий Ломаченко получил травму в своем последнем поединке против венесуэльца Хорхе Линареса. Об этом он сказал в комментарии ESPN. По его словам, во втором раунде боя его правое плечо выскользнуло из своего места, а затем вернулось на место, после чего доставляло ему неприятности всю оставшуюся часть поединка. Ожидается, что операцию сделают уже сегодня, 30 мая, в Лос-Анджелесе. Ее проведет известный врач Нил Ильиктрач. Если хирургическое вмешательство пройдет без осложнений, то Ломаченко сможет вернуться к тренировкам в октябре, а свой следующий бой проведет в декабре. Ломаченко также подтвердил факт операции в своем Facebook. Получил травму во втором раунде. Сразу понял, что есть проблема, однако не хотел разочаровывать своих болельщиков оправданиями. Благодарю всех за невероятную поддержку. Я вернусь в ринг еще в этом году, написал Ломаченко. Ранее сообщалось, что свой следующий поединок Василий Ломаченко может провести против чемпиона мира по версии ВБО в легком весе Раймонда Бельтрана. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgra.com.